Всем привет! С вами Юлия и мой факультет рукоделия. Девочки, у меня для вас сегодня, так скажем, подарок. Я знаю, насколько каждому дорого наше время, поэтому стараюсь, кто смотрит меня давно, тот знает, что я стараюсь облегчить вам жизнь, чтобы вы не думали ни о каких расчетах, а взяли калькулятор и сделали свои расчеты. Просто вносите в них свои данные, и расчет вам будет готов. И сегодня я для вас сделала такой калькулятор для расчета набора бисера для жгута. То есть этот расчет подойдет для однотонных жгутов, либо для жгутов с каким-то мелким повторяющимся рисунком, то есть без схемы. И вы будете знать, сколько бисера вам набрать, причем этот расчет точный, у вас выйдет все до почти до миллиметра. Давайте буквально пару слов остановлюсь о том, сколько вам нужно будет ниток, сколько вам нужно будет бисера. Примерно я вам покажу, а вы уже от этого будете, так сказать, отталкиваться. Вот, девочки, я вот только что себе связала вот такой вот набор. То есть это у меня жгут на шею, длина 45 сантиметров и браслет. Длина его 20 сантиметров, соответственно, без концевиков у меня получилось 43,18 сантиметров чистого вот этого дорогого тоха бисера. Бисер у меня здесь тоха 11 номер, 558 ПФ, это, ну, в общем, такой достаточно дорогой бисер. И эти жгуты у меня связаны в каждом ряду 15 бисерин. То есть, смотрите, вот на этот набор у меня ушло, ну, где-то 4,5 упаковки по 10 грамм. То есть вот такие вот упаковочки по 10 грамм. Я их брала 5 штук. У меня осталось буквально вот как раз это примерно полупаковки, которые у меня ушли изначально на вязание образца. Но так как у меня образец не пригодился, сейчас я вам на этом образце буду показывать, как делать расчет и как заносить данные в калькулятор. То есть вот вы можете уже представить, да, если вы хотите связать жгут, например, на 20 бисерин, то тогда уже, скорее всего, из 50 грамм у вас не получится набор. Скорее всего, все 50 грамм уйдут на один только жгут на шею. Вот, то есть если хотите еще и браслет, то тогда придется вам покупать больше. Соответственно, если бисера в ряду меньше, меньшее количество штук, то тогда и бисера у вас уйдет меньше. Примерно уже прикинуть можно. Нитки на этот набор ушел у меня почти моточек. Ну, в принципе, я думаю, что, ну, еще один, наверное, браслетик бы вышел. То есть 20-граммовая упаковка ниток хватит либо на толстый жгут, либо на жгут и вот такого среднего размера и браслет. Ну и еще на второй браслет хватит, думаю. Либо, наверное, на два вот таких вот жгутика, в принципе, тоже хватит. Все, теперь давайте перейдем к калькулятору. Я, конечно же, его распечатала. У вас будет Excel-файл. Самый простецкий файл, который откроется на любом устройстве, хоть на компьютере, хоть на телефоне. Главное, чтобы у вас стояла программа, которая открывает вот эти Excel-файлы. Значит, что мы делаем? Мы вяжем образец, здесь все прям написано, несколько сантиметров, и этот образец мы должны измерить и посчитать количество рядов. Я беру сантиметр, прикладываю к образцу, у меня получается 4 сантиметра, и здесь я сосчитала, у меня тут 22 ряда получилось. Вот эти данные я заношу в первую табличку, то есть вот они 4 сантиметра и 22 ряда. Плотность вязания в рядах высчитывается вот здесь сама. Вы там увидите в файле те данные, которые вы должны внести, будут синими ячейками, здесь просто на распечатке не видно, а те данные, которые уже с формулами, которые сами посчитаются, они будут с красными ячейками. Дальше нам нужно указать длину изделия, которую вы желаете получить. Например, вот это колье у меня 45 сантиметров. Я ставлю сюда 45 сантиметров. Далее мы указываем здесь количество бисерин в ряду, которое вы хотите вязать, да, в жгуте. Я пишу здесь 15 штук. И длина концевика. То есть нам нужно измерить длину вашего концевика.
Вот от начала до конца. То есть вот эти, вот этот бисер, который будет уходить в концевик, если он у вас туда будет уходить, он не идет в расчет. То есть имейте это в виду, если вы будете заводить бисер в концевик, его надо будет посчитать отдельно. Все, указали все эти данные. И еще такой моментик, вам нужно будет набрать ваш бисер на ниточку. И ровно 20 сантиметров, вот смотрите, у меня бисер набран, 20 сантиметров, я вот здесь вот раз отсекла необходимое количество. Вот, это бисер, который у меня вошел в 20 сантиметров. Вот эти бисеринки надо пересчитать. Все. У меня получилось в моем наборе 125 штучек. То есть это все, что нам необходимо посчитать. Далее калькулятор сам вам сделает расчет. Вы указали вот эти данные. Калькулятор вам дальше сделает расчет. Я здесь для ознакомления просто вам написала, сколько рядов у вас во всем жгуте будет и сколько всего бисерин вот в этом жгуте у вас получилось. Это так, для ознакомления. А та цифра, которая нам нужна, вот, вам нужно сделать набор бисера 5 метров 68 или 69 сантиметров. Да? То есть вы просто набираете бисер на нить и измеряете вот эту вот ниточку с бисером. То есть всего 5 метров 68 сантиметров нужно набрать. А теперь, девочки, вы можете развернуть описание под этим видео, найти ссылочку на калькулятор, перейти по ней, естественно, и скачать его абсолютно бесплатно. Все это, девчонки, переходите, скачивайте, считайте необходимое количество бисера и создавайте свои шедевры. А у меня на этом все. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!